В 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу, но не только он должен привлечь молодых ребят в этот вид спорта. 17 ноября на арене Урба состоялся турнир «Детство с мячом». В нем приняли участие школьники двух категорий – от 7 до 8 лет и от 9 до 10. На самом деле, все-таки здесь довольно большое количество детей собралось. Здесь не только настольный футбол, здесь и аквагрим, и фотозоны. И мы, на самом деле, подготовили для детишек подарки, которые им будут вручать. Вот здесь вот целая гора всяких разных вещей. Поэтому мы очень надеемся, чтобы этот праздник им запомнился, понравился и вдохновил на спортивные достижения. Участников поприветствовали глава района Евгений Разумишкин, именитые спортсмены Сергей Веденеев и Александр Макаров, а также партнеры мероприятия. Мы в первую очередь предоставили площадку для сегодняшнего мероприятия, потому что мы понимаем, выбирая сферу бизнеса, которую мы хотели бы развивать дальше, мы выбрали именно спортивные площадки, потому что понимали социальную ответственность этого бизнеса, что мы можем помогать детям и прививать любовь к спорту с самого начала. Потому что спорт – это базис, который в дальнейшем очень серьезно влияет на развитие личности. Поболеть за своих детей пришли родители юных футболистов. Наш сын пошел заниматься футболом с первого класса, и вот уже второй год мы увлекаемся этим занятием. Поддерживаем школу 133, идем к победе и верим, что мы сегодня победим. Я думаю, что наши шансы достаточно велики. У нас очень сильный тренер, сильная команда, ребята не первый год вместе, и все идет к победе. И действительно, команда 133-й школы стала лучшей в категории ребят от 7 до 8 лет. В старшей группе победу одержала школа номер 160. Однако никто не ушел с праздника спорта с пустыми руками. Все участники получили подарки и вкусные призы.